Народ, прикиньте, что у меня есть. Жареная картошечка с грибами, с опятами. Капусточка квашеная, сырный соус. Картошечка фри. А это мясо белого медведя. Ребрышки. Хлебушек такой батон специально взял, чтобы салатик с юшечкой похавать. И сверху полирнем компот персиковый. Ё-моё, матушка роща, вот это кайф. Здорово, народ. Это блюдо я посвящаю всем вам. Особенно тебе, малая. Ты хотела картошечки? Пожалуйста. Все для тебя. Лишь бы ты улыбалась. И была здорова. Вот я еще взял салатик с юшечкой. Все, как ты любишь. Прям смотри. Эксклюзив, ё-моё. Вот юшечка вот такая вот. Люксовая. Уже настоялся салатик. Так берешь, макаешь. Ништяк. А всем тем, кому что-то там не нравится, никого не держу. А всем, кому по кайфу, приятного аппетита. Ой. Обычная жареная картошечка и фри. Первый раз у меня такое. С сырным соусом. С квашеной капусточкой. Это что-то. Ну что же. Посмотрите, какая красота. Ребрышки. Блин. А, горяченькие. А то картошечку же с салом надо. А у меня еще круче. У меня ребрышки. Да косточкой тоже погонять, блин. Персиковый компотик. 170 рублей в Евроспаре брал. Ваше здоровье компотиком. Прям персики. Сырный соус — это хорошо. Но вот такой вот. Тоже квас. Слегонцухи остренького. Обожаю. Так. Продолжим. Это капец какой-то. Разве можно так? Да еще и с опятами. Обычная жареная картошечка. С картошечкой фри. И такими ребрами. Да ё-моё. Да, мне кажется, у любого аппетит появится. Блин. Очень вкусные. По-моему, у меня ребрышки первый раз. Вообще я не очень поросятину-то, но ребрышки огонь.
вкусные, зараза. Все как я люблю, вкусно, жирненько и сытно. Салатик, соляночка с розовыми помидорами обязательно. Розовые помидоры особенно вкусные. У меня слов сложные эмоции. Блин, как же сука это вкусно. И грибочек. Да, это вот эта сковородка, которая советская. Чего она такая, она полированная? Потому что я использовал как тарелку, как посуду. Я не знаю, кто ее так вылизал. Она лежала в шкафу. Такое ощущение, что она там родилась. В детстве, когда батя нажарит картошки, блин, она с салом с этим жирнючая. Я так не любил это сало. Картошку только повыбираю. И всегда вот поджаристую любил, чтоб корочка хрустящая. И батя всегда: давай ешь все, то сил не будет. Мне интересно, как вы отнесетесь к тому, если я начну видосы выпускать раз в неделю. Блять. Ну вот так вот. Раз в неделю. Ну, мало ли, что у меня там в жизни происходит. Может, мне некогда. Или просто не хочу. Или вообще раз в месяц. А то вас балуешь, каждый день видосы. И все равно что-то не нравится. Mmm.
Некоторые скажут, да ты сам не сможешь. Возможно. Я зависим. Уже реально как наркоман. Не могу не снимать. Мне хочется что-то снимать. Душа горит. Мне жалко тех людей, которые меня ждут. Которым нравятся мои видосы. У которых есть болезни. Которые ждут и надеются. А так, в принципе, всякое может быть. Если что, я вас предупреждаю. Давайте голосуйте раз в неделю или каждый день. То с каждым днем недовольных все больше и больше. Это не так, то не так. Есть такие недовольные, которые YouTube сам блокирует их комментарии. Я даже не успеваю. Блин, вкусно. Так что буду смотреть по вашим комментариям. Короче, снимать каждый день, либо раз в неделю, либо вообще не снимать. Вы знаете, это необычно, прикольно. Обычная жареная картошка с грибочечками в сочетании с картошкой фри. Классно. Мне понравилось. Вот такие дела. Всем вам желаю здоровья. Не болейте. И не переживайте ни за что, все будет хорошо. Ой, какой компотик хороший. Прям вообще кайф. Отличный, вкусный, вкус персика прям. Что-то я наелся. Вот такие дела. С вами был Юрец, пока.